今天呢，我们这个讲座的题目啊，是叫《20世纪上半叶俄罗斯先锋派艺术》，是一个非常有意思的话题。我们知道呢，中国和俄罗斯呢有过非常密切的文化往来，两个国家呢也是一个友好的同盟关系。但是呢，与这种我们说政治上的、经济的、这个军事上的密切往来相比呢，我们在文化上的往来呢，显得要这个不够那么密切啊，尤其是在这个俄罗斯的先锋派艺术和这个我们说当代的俄罗斯艺术方面，我们就是了解一些，但是不够深入啊。所以我想呢，虽然先锋派艺术的研究在这国际世界已经成为了一个经典话题，但是今天来的讲座呢，一定能够在这个经典当中给大家带来很多新意和启发。那么今天的主讲人呢，是我们也是我们中央美术学院的一个友好院校啊，列宾美术学院的美术史系的系主任格拉乔娃教授。那么大家表示掌声欢迎。那么格拉乔娃教授呢，是这个列宾美术学院的这个美术史系的主任，同时呢，也是一个非常资深的学者。据我所掌握的资料，他已经先后发表了220多篇文章啊。那么这个数目啊，大家知道，跟中国学者比起来，是一个可以说是一个天文数字。那么我想呢，接下来他的讲座一定会给我们很多帮助。那么今天晚上我们还有专门的俄语翻译啊，是这个金丽华博士啊，他是列宾美术学院刚刚毕业的，做俄罗斯美术史方面的一个专家。所以我想呢，接下来的时间我们就有请我们的主讲人。你好。И большое спасибо, что вы собрались сегодня на мою лекцию, хотя завтра у вас такой большой праздник. 谢谢大家今天来听我的讲座，尽管明天已经是中国一个非常重大的一个节日，你们今天还能够来听我的讲座，非常感谢大家。Моя лекция посвящена искусству русского авангарда. Я не знаю, как, насколько хорошо вы знакомы с русским искусством, но вот я думаю, что такое явление, как русский авангард, оно стало важным явлением для искусства всего мира. 今天晚上的这个题目呢是有关俄罗斯先锋派艺术。我不知道大家对俄罗斯先锋派艺术有多少的了解，但我认为俄罗斯先锋派艺术它对全世界的这个先锋派艺术对全世界的艺术都是有影响的。Всем хорошо известны русские писатели, такие как Достоевский и Толстой, которые жили в XIX веке, Репин и Суриков, русские художники-реалисты. Но очень часто русское искусство XIX века, русское изобразительное искусство, рассматривалось как искусство периферийное по отношению к Западной Европе. И лишь в начале XX века произошел очень мощный взрыв, когда русские художники почувствовали себя частью общей мировой культуры. 那我们对俄罗斯的托尔斯泰、列宾、苏里科夫这些名字都非常的了解。然后俄罗斯也是最初是学习欧洲的这个艺术，但在俄罗斯20世纪的时候呢，就开始发展了自己的具有代表性的这个艺术方向。И период 1900-х годов и до начала 30-х годов связан с включением русского искусства в мировой модернизм. И многие модернистские течения начали свой путь именно в России. 那从19世纪90年代开始到20世纪20年代，многие модернистские течения начались именно в России. 世界的先锋派艺术，就欧洲的先锋派艺术，对俄罗斯产生了很大的影响。Хотя, я, может быть, без микрофона буду говорить, а вы будете в микрофон, да? Хотя русские художники
хотя история русского авангарда, она оказалась очень трагичной, потому что в 1932 году коммунистическая партия запретила все нереалистические художественные направления. И судьбы многих художников сложились трагически. 在1932年的时候，俄罗斯共产党就是对这个非非那个学院派的艺术呢进行了禁止。 Но начиналось вот авангардное. Почему авангард? Авангард – это французское слово, и это передовой отряд, так оно переводится. Авангард – это передовой отряд, да? И художники активно начали экспериментировать в области искусства. Источниками для них стали как традиции русской культуры, так и эксперименты современных зарубежных мастеров. 那这个二十世纪初呢，俄罗斯画家呢开始了这个一些新的民族形式，然后艺术形式，然后呢也积极的吸取在法国当时的这个先锋派的一些思想。 Ну, например, древнерусская иконопись, которую красоту которой открыли именно в начале 20 века, потому что реставраторы научились реставрировать иконы, и обнаружился настоящий цвет древнерусских икон. 那二十世纪初呢，大家明白了这个圣像画的这个它的美，然后呢对它呢进行了修复。 И, например, французский художник Матисс, который приехал в Россию по приглашению коллекционера Щукина, он считал, что для того, чтобы постичь цвет, научиться цвету, нужно приехать именно в Россию, а не как, например, Гоген ехать на Таити. 那我们知道那个马提斯在那个二十世纪初呢，受这个俄罗斯一个旅行家的邀请，叫舒金的邀请，他来到俄罗斯，他看到圣像画之后呢，他觉得圣像画的这个美，就是他发现了就是俄罗斯圣像画的这种美，然后跟高更他们是去的高更不太合一的，那斯特曼，就是去别的城市，去别的这个国家。 Одним из интересных явлений начала 20 века стало наивное искусство или примитивизм. Это искусство непрофессиональных художников, на которое обратили внимание учащиеся Московского училища живописи, ваяния и зодчества. 那我们知道这个时期呢，出在俄罗斯有一个出现了这个原始主义，他有一些画家呢都是自学成才的一些画家。 То есть это искусство непрофессиональных мастеров, непрофессиональных художников, не учившихся нигде. 那这些画家呢，有一些就是没有经过传统的美术学院的这个学习，都是经过自学成才的。 Это, например, вывески в магазинах или небольших лавочках на улицах городов, которые делали безымянные мастера. Художники обнаружили в этом настоящую эстетическую ценность. Или картины непрофессиональных художников, таких как, например, Ника Пиросмани, это грузинский художник,
который путешествовал по дорогам Грузии и за небольшую плату, часто очень за бокал вина и хлеб, рисовал вот такие картины, на клеенках делал эти изображения. 那我们可以看到，这是一个比较有代表性的这个原始主义的画家，是格鲁吉亚的一个画家，叫尼克比罗斯曼。那他的作品呢，基本上就是在自己的旅行过程当中，然后在一些小酒馆，画的一些比较有特色的当地人的生活。Его картины стали появляться на художественных выставках, и до сих пор они пользуются большой популярностью и их показывают в разных музеях мира. 那他的作品呢，现在在很多世界上的博物馆展出。 Или, например, французский художник Анри Руссо. Он был таможенником по профессии, и отсюда его прозвище Руссо, Анри Руссо таможенник. Он изображал вот такие диковинные леса и полуфантастические сцены с животными. То есть он придумывал свой мир, и это очень понравилось художникам-профессионалам. 那我们现在说的这个法国画家卢梭呢，不是那个哲学家卢梭啊，这也是一位自学成才的画家，然后他原是一位海关人员，他的作品呢还受到了很多这个专业绘画家的这个认可。 В Европе в это время происходили серьезные изменения в области живописи, и одним из кумиров для русских художников стал Поль Сезанн, французский импрессионист и постимпрессионист. 这塞尚呢，可以说他对俄罗斯艺术的影响是非常大的。那这是俄罗斯呢，甚至有这样的一个词，就叫塞尚主义。 Увлечение Сезанном было таким сильным, что появляется даже такое понятие, как сезанизм. Это следование живописи Сезанна. 那这个就是刚才就是我提前翻译的，就是那个塞尚老师说的有一个塞尚主义在俄罗斯这个词。 Сезанн дал живописи новое понимание пространства и формы. Он утверждал, что весь мир состоит из таких предметов, как конус, цилиндр и шар. Сезанн 给了画家们一种新的空间和造型的观念，他认为所有的任何一个物体都是由圆锥和圆柱组成的。 И после того, как импрессионисты увлекались цветовыми рефлексами и бесконечной вибрацией света, Сезанн стал искать устойчивую основу всех предметов. И самым для него привлекательным жанром был натюрморт. В европейском искусстве в первом десятилетии 20 века возникает сразу несколько мощных художественных течений, которые повлияли и на русских художников. Это фавизм, фависты или дикие. Так переводится это слово с французского языка. 那我们知道，在十二世纪末、十九世纪末、二十世纪初呢，这个野兽派也是从法国传入到俄罗斯。 Одним из создателей фавизма был Анри Матисс. И Матисса очень любили русские коллекционеры, предприниматели, но в частности его произведение коллекционировал Щукин и привозил в Москву и заказывал Матиссу картины, такие странные, которые были совершенно не похожи ни на кого другого. И эти картины производили ошеломляющее впечатление на молодых людей, молодых художников, когда они видели их. 那马提斯呢，就是他的作品受到了俄罗斯一个非常大的那个收藏家叫舒金的这个喜欢。
在俄罗斯有很多这个马提斯的收藏的作品，这些作品呢在当时就是说还不被别的这法国都不被认可的时候，在俄罗斯很多收藏家已经开始收藏他的作品。Еще одно из мощных течений, которое оказало сильное влияние на русское искусство, был кубизм. Его основатель Пабло Пикассо. И Пикассо вслед за Сезанном, ну, он пошел, но, так сказать, развил идеи Пикассо, сказав, что весь мир состоит из геометрических форм, и нужно показывать не видимую оболочку предметов, а их структуру, их внутренние качества. 那除了野兽派的影响，还有这个结构立体主义的影响，对俄罗斯现代派也有很大的影响。毕加索认为他这个画家所画的作品不应该是就是眼睛直接看到的东西，他应该是可以画出这个物体的结构。Ну, здесь мы показываем Брака, и один из портретов Пикассо – это портрет Валлара, который хранится в Москве. 这是一张在俄罗斯这个收藏的这个毕加索的作品，叫《乌拉拉肖像》。В России стали активно переводиться труды европейских теоретиков, которые тоже оказали мощное влияние на русских авторов. В частности, это книга, трактат французских художников Глёза и Мецинже о кубизме. В России эта книга появилась в 13 году в переводе на русский язык. 俄罗斯在1913年的时候就出版了从法国翻译过来的这个关于立体主义的评论和研究文献。这是法国的两位画家兼理论家啊，就是阿尔贝里和张让啊，这两位这个画家和理论家他们所写的关于立体主义的书。Русские художники много путешествовали и стали ощущать себя частью европейской культуры. И одно из мощных направлений, которое впитали они в себя, в своем творчестве отразили, это футуризм, направление итальянского искусства. Название футуризм происходит от слова «будущее». 那这个未来主义这个词呢，就是从那个俄语呢就叫 budusi 啊，它就是未来啊，未来这个词过来的。那在这个意大利的这个未来主义呢，主要产生于意大利，然后呢，俄罗斯对二十世纪初的俄罗斯也产生了明显的影响。В Россию даже приезжал лидер итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти, и русские художники торжественно встречали его и приветствовали Маринетти. 那菲利普·托马索呢，可以说是未来主义的创立者，他呢曾经到过俄罗斯。И вот все эти изменения не могли не сказаться на русской художественной жизни. И в первую очередь коснулись они московских художников, которые учились в московском училище живописи, ваяния и зодчества. Это были молодые люди, экспериментаторы. 那这个首先，这些二十世纪先锋派的一些艺术，主要是在对莫斯科学校，莫斯科美术学校产生了最初的影响。那这些画家呢，我们下面看到的一些画家都是来自于莫斯科。В 1910 году было создано первое русское авангардное художественное объединение «Бубновый валет». Это было скандальное название группы художников, которые выставили странные, на первый взгляд, картины. Публика не могла понять эти произведения.
1910年呢，在俄罗斯，这个创立了红方块王子这个社团。这个红方块本身就是一个很有意思的俄罗斯的一个现象。他们这个红方块以前是画在球服上面的一个记号。那当时呢，被这个画家用在这个社团的名字啊，其实也是对传统艺术的一个突破。 В названии заложена такая идея. Новый валет – это игральная карта, изображающая вот молодого человека. Но это еще и нашивка на спине у каторжника, человека, которого отправили в ссылку в Сибирь или на каторгу. 我们知道这个红方块，它我们都见过这个方扑克牌啊，就是本来是一个扑克牌上面的一个标志，但是在俄罗斯的这个流放到西伯利亚的囚服，就是囚徒的这个背，这个囚服的背后啊，都有这样的一个标记。 И художники показали на выставке картины в духе примитива. То есть они обратились к истокам народной культуры. С одной стороны примитив, а с другой стороны сезонизм, которым они так увлекались. И вот среди них, среди этих художников, были Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Сейчас их имена хорошо известны в мире, и проходят их выставки. Я сразу скажу, что большую часть своей жизни они с 1913 года жили во Франции и связали свою судьбу с этой страной. Но в душе они оставались русскими художниками. 那这个1913年那个时候，其实这两位画家呢，他们是一对夫妇啊，这个米哈伊尔·拉里奥诺夫和那个卡纳达利亚·康恰洛娃，其实他们当年呢都是这个时期都是住在法国的，但他们的这种民族的这种俄罗斯民族的这种情节是非常重的。 那这两位画家呢，对，也是当时这个先锋派的两位主要的代表。 И перед своей смертью, а дожили они до 60-х годов, они завещали все свое наследие России. Сейчас большая часть их произведений хранится в России. 那大部分呢，他们的作品呢，就是都保留在俄罗斯，也他们的影响可以说一直到60年代，他们都有很多的这个追随者。 И вот художники, участвуя в выставке «Бубновый валет», они стали говорить, что нужно публике ценить не только картины художников, но и внешность самого художника имеет значение. Публика должна полюбить и самих художников, поэтому они стали странно одеваться и раскрашивать свои лица. 那他们认为呢，这个艺术家他不光光在他作品上面反映了这个他们的这个意识，更加在自身的这个装扮啊，自身的这个自身形象上面，就应该是一种新的一种形象。 К ним, с ними близок был Давид Бурлюк, один из крупнейших теоретиков и он был также и поэтом, и живописцем. 那我们未来派的这个有一位画家就是大卫布尔布尔留克，他也是一位诗人，也是一位画家。
那我们可以看到，在这些刚才展示的这些图当中呢，这些画家在自己脸上都画了这个就是一些突破传统的一些图画啊，一些图。那我们知道，在此之前，学院派的一些画家他们去做展览的时候，都是西装笔挺，打扮得非常的漂亮和时髦。但是未来派的这些画家，他们要从自身改变，他们就在自己的脸上啊，甚至一些服装上面都有一些不一样的表现。Эти художники экспериментировали, они делали эксперименты и в духе импрессионизма, и, конечно, в период работы над Бубновым валетом они увлекались, как я уже сказала, примитивизмом. Извините, да, еще раз. Хорошо. Они экспериментировали, да, прошли несколько этапов, импрессионизм, постимпрессионизм, и когда они стали свои работы показывать на выставке «Бубновый валет», то это был примитивизм. 那我们在他们的画展上呢，他们就尽量的展示这种原始主义的这个作品啊，包括他们自己对原始主义的理解，在他们自己形象上面的改变。То есть художники намеренно искажали форму, рисовали не как их учили правильному рисунку, а так, как это делали бы мастера необразованные, мастера самоучки. 那他们在创作的过程当中呢，他们不再是按照传统的这个学院派的一些规则去创作，而是根据自己的理解去。把这个造型去改变。Ну, одна из знаменитых серий Ларионова это солдатская серия, и он изобразил вот такого отдыхающего солдата. Посмотрите, как неправильно нарисованы ноги и руки этого солдата. То есть намеренно художник как бы шутит немного. Включает здесь и самоиронию по отношению и к себе самому, и к окружающему миру. 那我们看拉里昂诺夫，他有一系列的关于战士的这个作品。那我们看这张作品，我们看到，如果以这种学院派的这个眼光去判断的话，他的手，包括他的身体，他的脚都不是这个符合规就是学院派的这种规则。То есть формируется новая эстетика, эстетика примитивизма, примитивного искусства, но искусство, создаваемого уже профессионалами, подражающими примитиву. 那在画中呢，表现一些他们对这个原始主义的这个美学的理解。Или вот знаменитые Венеры Ларионова, где он изображает обнаженные женские лежащие фигуры. Это Венера Кацапская или вот такая Венера. В них очень много юмора. И здесь явная перекличка с историей мирового искусства, когда художники обращались к теме лежащей женской обнаженной фигуры. 那我们看到拉里昂诺夫还有一系列的这个维纳斯的创作，在这些维纳斯的创作当中，我们可以看到，跟传统的这个古典主义或者说学院派的这个维纳斯有很大的不同。那这个也是对一系列这种裸体就是女肖像的它的一种原始主义的美学的一种理解。Но художник нарушает, намеренно нарушает и разрушает классические законы рисунка. Можно сказать, что художник полностью нарушает, нарушает, Был вот этот автопортрет Ильи Машкова с портретом художника Кончаловского, Петра Кончаловского.
那个在红方块王子这个画展当中呢，还有这个马什科夫和康恰洛夫斯基的这个作品呢，其中一张，这是来自于马什科夫创作的这个马什科夫以及康恰洛夫自画像。 Я хочу здесь небольшое сделать отступление. Петр Кончаловский был женат на дочери Сурикова. Их потомки сейчас знаменитые режиссеры российские, кинорежиссеры. Это Андрон Кончаловский и Никита Михалков. Эти молодые люди сидят, вы видите, в костюмах спортсменов, то есть они почти совсем обнажены. И это был скандал для того времени, но художники утверждают тем самым новую эстетику. 那我们看到画中人这两个肖像，他给我们展示的是一个运动，就是从事体育活动的这样两个形象。然后这样的一种审美呢，可以说是对这个传统审美的一种挑战。 Здесь каждая деталь в этой картине очень важная имеет значение. Тут изображены спортивные снаряды, музыкальные инструменты и книги. Всеобщая история искусства, Библия и Сезанн. 那画中的每一个细节它都具有非常大的意义。那我们看到脚边上都是一些运动器材，然后我们看到它 边上还有钢琴这些音乐，以及他手上这种音乐的这些乐器，然后以及左上方的这个书啊，那书上面的文字其实也是可以看清楚的，上面有圣经，还有塞尚主义啊这个这些词，那他在画家在创作的过程当中，所有的这些细节都是他具有他的这种代表意义。И очень большое значение в картинах Бубнова-Валенцев играет цвет. Яркий, декоративный, мощный. Они не боятся цвета. 那这个在红方块王子这个这些展示的作品当中，我们可以看到他们对色彩是大胆的运用色彩，他们并不害怕这个色彩的运用。 Дальше в Бубновом Валете возникли ссоры между участниками, и группа Ларионова и Гончаровой, и примкнувший к ним Бурлюк, создали новое объединение «Ослиный хвост». Это была выставка, а потом и художественное объединение. Здесь художники вспомнили историю, которая произошла с художниками Монмартра в Париже, когда они взяли ослика, бронали за хвост, ослик, хвост обмакнули в краску, ослик что-то, так сказать, своим хвостом помахал, и появилось изображение. Эту картину на полном серьезе, да, так сказать, художники французские показали на выставке. Русские художники подхватили эту идею и назвали свое объединение «Ослиный хвост». 那驴尾巴社团呢是其中的当时先锋派的另外一个社团，创立1912年啊。那这个驴尾巴社团是最初来源于这个法国，因为当时法国的一批这个画家，他们就用驴尾巴蘸上这个颜料，在这个画布上作画，那进行参展。 俄罗斯的画家呢，就是拉里昂诺夫以及这个康恰洛娃，他们呢借用了这样的一种理念，他们创在俄罗斯创立了驴尾巴社团。 Художники поссорились между собой, бубновые валеты стали ругать ослиных хвостов и устраивать диспуты, обсуждения, на которых они доказывали публике и друг другу принципы нового искусства.
那当时呢，这些画家之间也存在着很多的不同的这个观念，对这些社团呢，他们就会举行一些辩论赛啊，进行一些辩论赛，然后进行就是一些观念上面的讨论。Они обзывали друг друга страшными словами, и самое мягкое слово было декаденты, то это от французского слова упадничество. И те, и другие считали друг друга причастными к упадничеству, к декадентам. Упадничество. Просто скажите упадничество. 那个对这个俄罗斯，就是说这个先锋派艺术，他们对色彩的一个大胆的运用，以及他们就是色彩上面就更加的注重于这种装饰性。На выставке «Ослиный хвост» преобладали картины в духе примитивизма. И я показываю работы Натальи Гончаровой. Это одна из самых талантливых русских художниц начала 20 века. Она была потомком жены Пушкина, Наталья Гончарова, и обладала удивительным чувством цвета и экспрессии. 那另外一个，我们再介绍一个拉里奥诺夫的妻子，就是娜达利亚康乔洛娃，她也是普希金的这个后代。普希金的妻子姓康乔洛娃。那我们可以看到，在她的这个作品当中呢，我们可以看到他在他的作品当中，我们可以看到明显的这种色彩的这个关系，以及这个这种色调的表现。И на выставке «Ослиный хвост» с таким названием Гончарова показала несколько десятков работ на религиозную тему. Источником для ее картин стали иконы. Но она хотела не надругаться над иконами. Она опять же искала современный язык художественный. 那在这个驴尾巴画展上面呢，就当时就展出了十来张康乔洛娃的作品，有关于宗教题材的这个作品。但他这个宗教题材的作品呢，可以说是一种新时代的一种这种理念去描绘。И самое знаменитое, наверное, из этой серии это работа Евангелисты, работа, которая действительно сейчас входит во все хрестоматии искусства, где религиозный сюжет трактован современным языком. 那他最有名的几张作品就是传福音者这一系列的作品，这些作品可以说是在这个当时就产生了非常大的这个反响。Когда представители официальной церкви увидели эти работы на выставке, то их было приказано снять. То есть они были запрещены цензурой. Это был скандал. 教堂的工作人员看到这些作品之后呢，当时就直接让画展把他的这个画给撤掉。Но художники молодые, они привыкли к скандалам, и для них скандалы даже были хороши, потому что чем больше было вокруг их имен скандалов, тем больше было славы, успеха и признания публики. 刚好这个反对的声音呢，对这些年轻的画家来说呢，其实是一个刚好起到了一个宣传的作用。Следующим этапом, здесь очень, я немного нарушу хронологию, просто хочу сказать, что следующим этапом в творчестве Гончаровой и Ларионова было изобретение нового направления лучизм.
那个康恰洛娃和这个拉迪尔诺夫呢，他们在这个尝试了各种不同的这种创作形式。他们之后呢，这女尾巴社团之后呢，他们又创作了这种辐射光线主义，其中一张代表作就是这张《公鸡》，1913年创作的。Ларионов даже написал трактат «Лучизм». Теоретическую работу. Ларионов, он не только создал работу, он также научный работник. Он написал Он использовал научные слова и определения, и речь шла о следующем. Что художник должен изображать не контур предметов, а лучи, исходящие от этих предметов и их пересечения. 在他的这个理论当中呢，他讲到就是说，不光就是在就是这篇《驴尾巴和靶子文集》中，他就讲发表了这个辐射光线的宣言，就是。研究不同的交叉光线所形成的空间形式，而不是只是看到的物体的这个这个外观的这个形状。Это могли быть как фигуративные композиции, ну вот петух, так и абстракции. 那我们可以看到这张作品当中，我们能感受到这种公鸡的这种用线条、用光线。反映出来的攻击的造型以及这种印象派的印象派的东西在里面。Это 13-й год. Мы с вами чуть позже скажем об экспериментах Кандинского и Малевича. Это время, когда почти параллельно возникают идеи абстрактного искусства. 我们可以看到在这个都是在1913年创作的作品，但这个时期呢，同时期还有这个马列维奇、康定斯基啊，其实他们都是同时期在研究这个抽象主义的画家。Молодежь и Москвы и Петербурга очень активно себя вела, и в Петербурге возникло объединение Союз молодежи, оно возникло1909年的时候，在就是先锋派的艺术，可以说对俄罗斯当时的青年画家产生了非常大的影响。他们在1909年的时候创立了青年联盟，这个联盟呢是专门通过讨论的方式来辩论的方式来探讨当时的艺术。Участниками Союза молодежи были молодые поэты и художники, и они активно делали тоже свои эксперименты. Эксперименты, которые получили название «Кубофутуризм». На русской почве как будто объединились два крупнейших направления – кубизм и футуризм. Сложилось слово «кубофутуризм» сначала применительно к литературе, а потом и к искусству. 那在这个青年联盟当中有一些这样的成员，就是我们看到的这个马雅可夫斯基、卡门斯基、布尔留克以及这个赫列布尼科夫，他们呢是一些诗人、作家以及画家。那在当时他们。这个未来派呢，还有这个立体未来派啊。Кубофутуристы экспериментировали и в области литературы, и живописи, и работали над новой формой в искусстве. Они публиковали и свои тексты. Ну, например, манифест футуристов «Почему мы раскрашиваемся?». 那这个这些青年联盟的这些立体未来主义者，他们不仅在文学上面做创作，也进行那个艺术的创作。那当时就出版了《我的死机》，有点可能。
раскрашиваемся, раскрашивают лица. Вот да, это статья. Это манифест, это такой текст, ну текст. Да, там мы тогда же и это, почему мы, 为什么我们来画，就是来绘画，这样的一个题目，发表了文章。 Любое выступление художников сопровождалось громкими скандалами. Одним из таких ярких скандалистов был Давид Бурлюк. Его называли отцом русского футуризма. Отцом. Он и его друзья Маяковский, Хлебников, Каменский основали общество русских футуристов, которое получило название Гилея. Это земля на Днепре, на Украине. 那我们那个刚才介绍了几位这个当时未来主义的这个主要成员，他们的这些人呢，就是什么？ну, Гилея. Гилея что? 他们呢当时以啊，不是乌克兰的。 Из Украины? Да, Днепр. Там скифы, там жили древние племена скифы. Хорошо. Давайте это. Основали общество футуристов, да? 就是这些人呢创立了那个未来主义联盟. И в своих картинах они старались объединить пространство и время, показать быстротечность времени, скорость современного движения. Показать время, пространство и время. 那在他们的作品当中呢，我们可以看到他们会展示这个空间、时间啊这样的一个关系。 Для этого они использовали вот такие приемы, например, когда несколько раз повторяется фигура или движение колеса, чтобы показать вот эту вибрацию движения. 那为了表示这种空间的关系呢，我们可以看到卡恰洛娃的这个自行车手当中呢，他就很多次的反复的去描绘一个物体，让它产生一种运动的这种效果。 Кубофутуризм проявил себя в самых разных областях. Это были и живопись, и литературное творчество, и издание книг. Футуристы делали книги на обойной бумаге. 那立体未来主义他们不仅仅是在绘画创作中就表达这种思想，他们也在这个文学当中以及这个书籍的出版当中都采用更改一种新的运用，就新的形式。那我们看到在这个出版的书当中呢，它用的封面呢就是用墙纸来制作的，可能。 大家不太明白它这个里面的意义，就是我白天跟他沟通了一下，就是说，因为当年用书籍这个装帧是一个非常严肃的事情，一般都是要用非常昂贵的纸张以及非常精美的装帧，而那个未来主义他们用只是用墙纸进行包装，就是对传统的一种挑战。 Они издавали манифест, вот пощечина общественному вкусу, самый знаменитый, в котором призывали свергнуть старое искусство, буржуазное искусство, и создавать только новое искусство, связанное с современной жизнью. 他们这个时期呢，就是我们可以看到1912年出版的这个书啊，是关于情的，我不晓得怎么分析。ну просто манифесты скажи。我们可以看到，这个你说的是到底是？啊不，对，我说这个东西。
那这些都是当时出版的一些这个印刷资料。Они придумывали новые слова и по-новому их располагали на страницах своих книг. 那在他们的这个书籍当中呢，就用一些新的这个语言的组织形式以及一些表现形式。И таким образом кубофутуризм стал одной из мощнейших страниц в истории русского авангарда. Сам же Бурлюк, он очень много путешествовал по России, читал лекции и докладов, и после революции проехал всю Сибирь до Дальнего Востока. Через Дальний Восток он уехал в Японию, а из Японии в Америку, где дожил до 60-х годов. 那布尔留克呢，他是可以说在当时呢，就是在全俄旅行，那个讲学，然后后来通过这个远东地方呢，到了日本，然后去到美国，一直活到1960年代啊，20世纪60年代。В Америке он издавал свой журнал «Цвет и рифма» и писал воспоминания, и поддерживал как мог связь с представителями русской культуры, что было почти невозможно. Но, например, современные японские исследователи считают Бурлюка с одним из основоположников японского авангарда. 那个在美国呢，这个布尔留克呢又出版了很多的这个关于俄罗斯先锋派的一些理论的作品书籍以及作品Да, японцы считают. Да, японцы считают его одним из своих основоположников японского авангарда, японского искусства авангарда современного. Считается, он через Японию уехал, ехал. Считается, он основатель японский. Один из. 那日本呢？因为他曾经到过日本，日本的先锋派认为这布尔留克呢是他们那个日本未来主义的一个创立者之一。Еще одна крупная фигура, без которой невозможно представить историю русского искусства, это Казимир Малевич. 在讲到俄罗斯这个先锋派的时候，我们不能错过的一个人就是马列维奇。Казимир Малевич прошел в своем искусстве, проделал массу экспериментов. Он начинал как художник-символист. Он увлекался импрессионизмом, он увлекался кубизмом и футуризмом, то есть все направления на себе попробовал. Казимир, да. А я сказала Казимир, да? 不好意思，我这个中文翻译有点错误，就是他是卡斯明那个马列维奇，不是康斯坦丁那个马列维奇啊，就大家就纠正一下。然后他那个对这个对当时的这个原始主义先锋派的所有的派别都非常感兴趣，所以在他的创作当中，我们可以看到创作的多样性，可以看到立体主义，看到印象派，看到这个未来主义，以及这个甚至是这个至上主义，他自己后来推崇的。Казимир – это польское имя, он польского происхождения художник, и, кстати, в современной Польше пользуется очень большим, они считают его тоже своим. 那个卡斯明这个名字呢，其实是波兰人的一个名字。马列维奇他的祖辈呢是来自于波兰。那这个波兰在波兰呢，波兰人认为马列维奇是波兰的马列维奇。В 20-е годы Малевич приезжал в Польшу с выставкой, и вот современные жители Варшавы до сих пор показывают места, которые связаны были с его пребыванием в Польше. 那在20世纪20年代的马列维奇到过华沙，那的就是现在的华沙人都经常会给游客或者说去拜访就介绍这个是马列维奇曾经到过的地方。
Малевич принимал участие в выставках «Бубновый балет» и «Союз молодежи» и был очень активен в своих поисках. И одним из важных событий в его биографии стала дружба с Михаилом Матюшиным, также яркой личностью в нашей истории. 那马列维奇呢，他最好的一个朋友就是马秋生啊，马秋生在我们在他的作品当中可以看到这种跳跃的这种颜色以及这种色块的对比。 Матюшин был музыкантом, он играл в императорском оркестре, и его жена Елена Гуро тоже была художница, и их дом был открыт для всех, и там собиралась молодежь, чтобы обсудить проблемы искусства. 那马秋生呢，他本身是一个指挥家啊，他是一个也是一个画家。那他当年是皇家乐团的一个指挥家，他的妻子呢叫古罗伊列娜古罗，他是一位诗人，一位画家。他们的大门永远是对这个年轻的这个艺术工作者敞开的，所以在他的家里可以说是经常进行一些艺术的关于艺术的探讨和辩论。 И вот одним из серьезных произведений совместных стала опера, которую сочинили Матюшин, Крученых и Малевич. Матюшин написал музыку, Крученых написал либретто, а Малевич сделал декорации. Это опера «Победа над солнцем».那个他们有一个当时非常好的一个就是创作伙伴，就是马列维奇、克鲁切纳和马秋生组成的一个这样的一个创作团体，制作了一个非常影响力非当在当年非常大的一个话剧，这个应该是话剧，在太阳底下的胜利。 然后看到马秋生时音乐制作，然后作词呢是克鲁切纳，舞美是马列维奇。 Это была попытка создания нового синтеза всех видов искусства, живописи, музыки и поэзии. 通过这个话剧呢，我们可以看到所有艺术形式的一种新的表现形式。 И это было совершенно не похоже ни на что, что российские зрители видели раньше. 这个话剧当中给当时的俄罗斯观众展示的是一个他们从来没有看到过的艺术形式，一个新的世界。 Малевич в своих декорациях, а опера была поставлена в 1913 году, впервые использовал мотив знаменитого черного квадрата. 那我们可以看到，最初在那个马列维奇创作当中用到这个黑方块的是1913年他的一个小稿。 Это было такое странное действие, напоминающее апокалипсис, да, конец света, когда на сцену оформленную в супрематическом духе в виде геометрических фигур выходили странные персонажи, люди, но не похожие на людей. 我们可以看到，在这个话剧舞台上，我们给那个观众们展示的是什么？就是，老师刚才说了一句话，就是展示的出来的这些人都不像一个人，然后全都是这种。 各种结构的一个组合，звучала странная музыка, построенная не на мелодии, а на диссонансах. Это были странные звуки, таинственные. 然后这个背景的这个音乐呢，也是一个非常恐怖的，就是非常恐怖可很难理解的一种音乐效果。
И зрители оказывались вовлеченными в какое-то космическое действие. Малевич очень увлекался идеями русской философии, которая основана была на идеях космизма, да, космоса. 那个马列维奇呢，运用了一种空间的，就是这种表现形式，太就宇宙的这种表现形式，让大家看到的是一个，就是当时都比较难以理解的一种形，一种方式。 И вот тут впервые возникла идея, которую он оформит в 1915 году. Это идея супрематизма. 那在1915年的时候，他就是我们看到是一个至上主义的这种表现形式的出现。 Малевич станет разрабатывать свои супрематические идеи и в текстах, и в художественной форме, в художественных произведениях. И впервые покажет картины на выставке со странным названием 0-10. 在他的这个文章以及在他的这个绘画作品当中，他都就是阐就是表现了他的这个至上主义。那其中有一个展就是在其中有一个展叫零十这样的一个名字的一个展，当时在俄罗斯出现。 Он назовет эту выставку последней футуристической выставкой. 他称这个展呢是最后一个未来主义的展。 И 0-10 не будет иметь никакого смысла. Это сначала, возможно, было 10 участников, но их оказалось другое количество, другой состав. В этом был тоже некий просто магический смысл. 零跟十这个数字呢，其实没有一个具体的一个意义啊。它有可能就是在当时有十个画家想参加，就是做展，但是后来呢，这个人数已经不止是十个人。 На этой выставке публика, которая приходила, видела следующее: все стены были увешаны картинами, на которых были изображены геометрические абстракции. 那这个展当中呢，我们可以看到很多这个抽象主义的这个作品。那其中一个在角落里放的这个红包是这个黑方块呢，就是当时的一个表现他至上主义的一个主要的一个作品。 И в центре, в красном углу, красный угол в русской избе, это угол, куда вешают икону. 在这个作品呢，它挂着的一个地方呢，其实是一个意义非凡的一个地方，这在俄罗斯称为叫红色的角落。那这个红色的角落一般都是放圣像画的一个地方，但是呢，马列维奇的作品就放在这样的一个地方。 Он поместил черный квадрат. 他在这里放置了一个黑色的方块。 И назвал этот квадрат иконой. 他把这件作品称作 Это был скандал гораздо больше, чем скандал с евангелистами Гончаровой. Скандал с Гончаровой? Ну, когда она своих показывает. 那个，因为我们知道，在刚才我们可以前面可以看到，就是康恰洛娃的圣像画啊，这个也可以说是对康恰洛娃圣像画的一种，就是一种反对的，就是一种不一样的意见和声音。 Малевич сказал, что он ставит точку, что он подводит черту, что черный квадрат – это конец старого искусства и начало нового искусства. 马列维奇他做了一个这样的总结，他说这个黑方块是旧形式艺术的一种结束，以及新形式艺术的新的开始。
И когда критики стали писать об этом скандале и ругать Малевича, он сказал, что он очень гордится своим черным квадратом, что его черный квадрат не перепутаешь ни с какой другой картиной мира. 评论家在抨击他的作品的时候，就是马列维奇甚至以一种非常自豪的语气，这种方式去说，就是我的作品可以区别于任何一个人的作品。 И сопровождала эту картину еще десятки других полотен, которые он назвал супрематическими. Супримус – это высший, с латинского слова переводится. 那在这个画展当中，他还展示了十余个他创作的这种至上主义的这种作品。Позднее в одном из интервью Малевич сказал, что в супрематизме он видит первенство, то есть доминирование цветовой проблемы, колористической проблемы. Он видел, что он заложил, да, смысл, цветовой, что это первенство не просто высшее, а первенство цветовой проблемы, доминирование цветовой проблемы, что это не просто абстракция. 那个马列维奇呢，他表述了这样的一种思想，就是他不仅仅是一种抽象，就是抽象的一种艺术表现形式，他更是就是色彩对高古动物这个词语者。 цветовой проблемы, да. То есть это не просто абстракция. Он вкладывал большое символическое значение, символический смысл. И он все время размышлял над этим. Сейчас собраны теоретические труды Малевича в 5 вот таких толстых томов. Это в качестве такого вам тоже развлечения. До Малевича тоже были попытки создания вот таких квадратов. Например, художник Альфонс Алье свою картину назвал «Битва негров в глубокой пещере темной ночью». 那在早于马列维奇十年的时候，十年前就是在法国的一个作家，他就已经创作了这样的一个跟马列维奇非常像的这个黑方块。 Но прозвучал именно черный квадрат Малевича. Настало время этого произведения и этого взгляда на мир и подведения итогов. Прозвучал именно черный квадрат Малевича, да, потому что настало время. Пожалуйста. Я показываю просто еще супрематические композиции, в которых видны разнообразные поиски Малевича в области композиции и цвета. 那我接下去再给大家介绍几件这个马列维奇的抽象作品，就是他在作品当中表现的用这种色彩关系。 Ну, сейчас без них уже трудно представить себе теорию композиции. 现在呢，就是在这些，如果抛开这些作品，就没办法更好的表现，就是色彩理论啊。И Малевич
он очень много также работал в прикладных сферах, особенно в 20-е годы. Он вернется к фигуративной живописи, к изобразительным приемам. И у него в творчестве откроется этап новой фигуративности. 那在二十世纪二十年代呢，这个马列维奇的作品又回到了这种，就是人物结构，就是表现结构figure的，就是造型艺术上面了。И последний его автопортрет 33-го года, он выполнен в почти ренессансном, возрожденческом ключе. То есть он вдруг вернется вот к такому искусству. И здесь, в этом автопортрете, мы видим очень глубокий и грустный взгляд человека, который смотрит внутрь себя и смотрит на мир. И очень многое понимает, очень многое постиг в жизни. 那我们看到1933年在这个马列维奇的作品呢又返回到了一个最初的一个状态，那这个也是被他称为他自己的一种文艺复兴啊。然后我们看到在这张作品当中，他自己的一个自画像，他的脸就是表情凝重啊，也是对表情凝重的对待自己的内心，也是看向世界。 И мне бы хотелось назвать еще других представителей. Я понимаю, что лекция очень большая и трудно все это усвоить, поэтому очень коротко просто сделаем обзор. Это также Василий Кандинский. 我知道今天的这个讲座呢，它其实题目是一个非常广的，我还就是里面的内容应该可以升级到更广，但我现在想给大家讲一下这个康定斯基啊，который провел большую часть, его жизнь делится как бы на три этапа. Жизнь, связанная с Россией, с Германией и Францией. Поэтому его считают художником мира. 那个康定斯基的这个艺术生涯可以说是分为三个阶段，一个是俄罗斯、法国和德国。那他也被称为应该是一个世界型的一个艺术家。И Кандинский автор крупных теоретических работ, в которых он размышляет над проблемой духовности искусства и создает теорию абстрактного искусства. В 1910 году им была написана книга о духовном искусстве. 那康定斯基呢，就是在二十世纪初，二十世纪1910年左右的时候呢，他就出版了这个关于抽象力色彩的。 И его искания были связаны со многими исканиями европейских художников, в частности, его другом и очень близким по идеям человеком был Шонберг, композитор и художник. 那同时期跟康定斯基非常相像的这个德国画家叫肖宾克，我们可以看到他的色彩以及他的一些观念跟康定斯基非常的相似。И Кандинский, и Шонберг считали, что нужно соединить, сблизить музыку и живопись. 那这个Шопенко呢，他其实不光是一位画家，他还是一位作曲家，所以他们在他们的意识当中，他们认为在他们的美术创作当中应该更多的运用这个音乐的这个感乐感。 И Кандинский даже использовал термины из музыки применительно к живописи. То есть он считал, что нужно создать особую теорию живописи как самостоятельного вида искусства. Нужно избавить ее от литературы. 在他的作品的，他运用一种音乐的对音乐的一种理解来表现自己的绘画作品。
И в 1910 году вот появилась его книга о духовном искусстве, в которой он дает обоснование, объяснение абстрактного метода в живописи. 在1910年的时候，他出版了一本书，是叫《艺术心灵》，我是这样翻译的，但是有可能在国内有另外一个翻译的方式，就是在这个书中他就解释了以及表达了自己对这个创作以及色彩的一些理念。 И он в этой книге пишет, что произведение искусства рождается так же, как космос рождается из хаоса. То есть это принцип осознанной необходимости, который подходит художник. Как принцип необходимости, да. Ну, как космическое, да. 那在这本书当中呢，这个康定世界认为，这个构图以及创作的这种方式，应该跟宇宙的这种形成是借用了很多这样的一种方式去创作，对宇宙构成的一种理解。 И он считал, что первоначально путь художника начинается с осмысления натуры. Это путь, который он назвал, и такие произведения он назвал импрессиями, впечатлениями. Потом художник на следующих этапах все больше и больше отходит от натуры и приходит к осознанию создания композиции, там, где больше присутствует воля художника, его художественного «я». Говоря о русском авангарде, мне также хочется назвать имена таких художников, как Павел Филонов и Владимир Татлин. Павел Филонов – создатель аналитического метода в искусстве. Это у вас перевод, да? Да. 那那个西方派的这个代表人物当中还有帕维尔·费洛洛夫以及建筑师塔特林。 А также он создавал свои знаменитые формулы, формулы весны. 他其中一件非常主要的一件作品是春天的公式。 И Владимир Татлин, создатель конструктивизма в России, да, конструктивистского направления. 那那个建筑师塔特林呢，他可以说是构成主义的一个主要代表。 Русский авангард сыграл очень важную роль для изменения и самой жизни художественной. Но художникам хотелось изменений и жизни общественной. И они были очень активно вовлечены в общественную жизнь. 俄罗斯的先锋派，这些先锋派艺术可以说是改变了当时的一个社会认识，以及对艺术的，甚至改变了一种当时的就是生活形式、生活方式。 Поэтому, когда они мечтали, что их искусство может изменить жизнь. 他们希望他们的艺术形式能够改变生活方式。 Поэтому, когда в России в 1917 году произошла революция, сначала буржуазная, а потом пролетарская. Ну, революция, да? 当1917年在俄罗斯
城那个发生是那个革命的时候，那大概是。Революция. То художники ликовали, радовались, они хотели сотрудничать с комиссарами, да, с революционерами, с новым советским правительством. 那对于艺术家来说，他们觉得是他们找到了一个新的时机，他们对这个新的这个社会形势和找到了一个，就是觉得找到了机会。И в первые годы советской власти искусство авангарда оказалось очень востребованным. Власть увидела в этом искусстве новый стиль, новый язык, а художники видели в революции возможность перемен. 在那个革命之后的最初啊，这执政者也看到了这种艺术形式对他们这种对他们的对社会的一种表达，以及艺术家也是在这种新的体制当中找到了自己的方向以及认可。Но это был очень короткий период, и уже в 20-е годы власть постепенно стала запрещать авангардное искусство.Окончательно это произойдет в 1932 году. В 1932 году будет специальное постановление о запрете всех объединений. 但是这样一个互相认同的一个时期非常的短，在1932年的时候就是国家政权就对这个新这种先锋派的艺术就是禁止。采取禁止的一种态度。Поэтому судьбы художников сложились трагически. Ну, кто-то из них оказался за границей, кто-то в Сибири, и очень долго их имена не упоминались. 画家的命运产生了非常大的改变。有一些人就是直接跑到国外去了，有一些人到西伯利亚地区，然后他们的这个艺术创作也就是发生了一些中断。И на долгое время авангард оставался вот такой утопией. Действительно, идея его была слишком утопическая.Идея преобразования мира, да, нереальная, то есть это была утопия, одна из утопий. Именно их судьба? Их идеи, да? Их идеи невозможно было воплотить. 那也就是说他们的一些思想和观念就没有办法更好的展现出来。И только сейчас, постепенно, вот в последние годы, их имена возвращаются к нам, и мы снова изучаем.Опыт и достижения мастеров русского авангарда, то есть то, что стало достоянием нашей культуры. 那直到现在呢，他们的一些创作以及他们的一些思想呢，或者以及他们的一些成就呢，才慢慢的被一些研究者所研究，再展现给大家。Я думаю, что на этом мы закончим. Большое спасибо вам за внимание. И если будут вопросы, то я готова ответить. Надеюсь, что вы не очень сильно устали.翻译很累啊，所以我们让他们稍微休息一下。今天呢，我们是用了这个一个半小时的时间，对吧？跟大家一块来聊了一个非常有意思的话题。可以说呢，这个俄罗斯的先锋派艺术啊，是这个世界艺术史上面最重要的一个篇章，也是俄罗斯对于这个世界艺术贡献最大的一个部分。因此呢，要想在短短的一两个小时里边把这个问题说清楚，是几乎不可能的。但我感觉呢，我们的主讲人包括我们的翻译用了最大的努力，给我们做了一个我可以说是一个概述性的介绍，就是非常快非常短暂，对每一个人都是一个很简单的评论。
那所幸呢，我们有这个有翻译啊，就咱们各位听众在对俄语不太熟悉的情况下，还能够有所了解，这是我们今天很难得的一点。那当然呢，就是说，我想呢，如果有更好的机会，就像我们在会前，在这个晚上的讲演之前啊，我跟这个斯特兰呢也聊的时候，就是说，如果有更多的机会，让我们中国和俄罗斯两国的学生学者有交流，那么大家可能有更多的机会啊，深入的去理解这个部分的内容，那和整个俄罗斯的艺术发展情况。那他刚才讲到的这些内容呢，也让我想到了我自己啊，在多年以前啊，曾经做过的一些关于俄罗斯先锋派艺术的研究，那么也是有很多回忆啊，有很多这个印证的地方，所以也觉得受益匪浅。那接下来呢，他是可以跟大家有一些交流。那我不知道，就是大家有什么感兴趣的话题，都可以在这个时候进行一个探讨啊，机会很多。Очень долгий разговор, если бы мы об этом говорили, потому что это были сложнейшие для России времена. Это с 1905 года, да, Россия переживала, по сути дела, период революции. И с одной стороны, это был очень мощный экономический подъем. Мы до сих пор всегда говорим, что 1913 год – это время самого высокого расцвета экономики России. Всегда цифры сравниваем с 1913 годом. Но это был очень глубокий политический кризис, кризис власти. Это время правления последнего императора Николая II. Это время сложных политических событий, предшествовавших революции. Но это время очень высокого расцвета искусства. Так называемый серебряный век литературы, и живописи, и поэзии. 13-й год. Самый пик экономического расцвета. 要不你休息一下过来吧，你可以休息一下，太累了。刚才提到了这个1913年是俄罗斯经济最发达的时候，这我很难想象的，在帝俄的像新疆崩溃的时候，居然是他们这个经济发展最快的时候。尼古拉二世统治时期啊，其实再往前一点，在19世纪80年代，这个亚历山大三世啊，就俄罗斯的这个经济是在不断的上升，但是政治上面却是愈发的僵化和腐朽。所以呢，就是我们知道这个1913年或者差不多在1910年代前后，俄罗斯是一个经济繁荣、政治崩溃的这么一个局面。什么？你说什么？对后面的意思？就这个先锋派对哥尔巴赫，我看对徐安娜影响并不大，对可能其他的一些，就可能说到重点。多少？Поскольку в мире их искусство знали, но они многие жили за границей, и они участвовали в выставках, то и Кандинского хорошо знали. Хотя Кандинский был причислен после 1933 года в Германию, из Германии он уехал, потому что его причислили к дегенеративному искусству. Его работы показывали на выставке дегенеративного искусства. Но в любом случае и Малевича, и Кандинского, и Татлина их хорошо знали за рубежом. То за рубежом вот эта линия не прерывалась. В России это искусство было запрещено до 90-х годов. И оно было очень скрыто, то есть то, что происходило, можно было увидеть в искусстве так называемого нонконформизма, то есть представителей неофициальной культуры. Но сейчас все
все открыто, и очень много прошло выставок. И, конечно, последние вот 30 лет это такой опять бум, огромный интерес к этой культуре. И в России тоже, конечно, безусловно, потому что мы как бы для себя заново все это искусство открываем, изучаем. И, то есть мир это как бы узнал значительно раньше. Да, и художники в мире это не для них эта информация не была закрыта. И для искусствоведов, и для художников. А для России это была уже новая информация после 90-х. 他刚才提到就是说这个刚才提到的几个人啊马六一起也好实际上他们都出过国啊包括康定斯基后来就移居到了现在这个法国后来就在法国这个去世这个实际上呢这个整个欧洲啊就是在俄罗斯以外的世界对他们是有所了解的但是呢俄罗斯呢就是30年代之后由于这种说社会主义现实主义意识形态原则的建立这个先锋派艺术呢被看作是这个不合法的或者叫做非官方的或者是地下的他用很多词那么在德国虽然是康定斯基在那边有作品但是这个由于30年代纳粹上台之后他有一个展览叫做颓废艺术展啊就康定斯基的艺术被所有的跟这个表现主义啊那些东西一块儿看作是颓废艺术因此呢也就停止了研究但是在法国在欧洲可以说呢这种研究和这个认识对于俄罗斯先锋派认识呢是持续不断的而俄罗斯的这个情况就是说这些作品从30年代开始禁止展出他们就被保留在其实就是说在博物馆收藏里边啊就不再展出一直到了90年代也就是说在最近30年这个重新成为俄罗斯研究的一个重头戏啊就是说这两国俄罗斯国内国外的情况Вы переводите, пожалуйста, вот это, по-китайски, во-первых. Я, к сожалению, не могу ответить на последнюю часть, вот, где находится. Это найдено в воспроизведениях, в репродукциях. Ну, можно поискать, да, не знаю. Но получилось так, что это не попало во время. То есть, конечно, наверное, с позицией истории сейчас уже считается. Но это был как некий казус. В 90-е годы еще не пришло время. Есть очень интересные статьи и работы на эту тему, именно о том, как идеи абстрактного искусства, они постепенно вызревали. Еще в искусстве романтизма, еще в начале 19 века Гёте, потом Бальзак, у него был такой рассказ «Неведомый шедевр». Вот. То есть это как бы была такая это был долгий путь. Вызревание идей. Но вот к началу 20 века абстракционизм стал вполне реальной уже, ну, реальностью. То есть то, что к этому художники пришли. И еще я хотела сказать, что в 2015 году состоялась юбилейная конференция, посвященная «Черному квадрату» в Третьяковской галерее. И через рентгеновские лучи просветили черный квадрат. Так вот под ним нашли цветовой слой.
То есть он черным стал в конце. То есть сначала были хроматические там цвета. Это говорит о, ну, о работе художника, о поиске. То есть это была как бы концепция, идея. Не просто взял и раскрасил, да, закрасил черным. Это было постепенное вызревание его вот этой супрематической теории. Об этом говорят и его тексты, трактаты. Да, я помню, что в одной из его статей он сказал, что есть три этапа. Да. Сначала это черные этапы, потом это еще красные, да. А в конце это белые. Белые, да. Это очень интересно. И другая очень интересная. Что это целый процесс, да, революции абстракционизма. Потому что для нас, ученых в области искусства, мы сейчас пытаемся найти другие фигуры, которые написали вот абстрактное произведение, верят вот этими большими именами, да, как Малевич, Кандинский, Мондриан, так далее, да. И сейчас вот эта работа тоже в процессе, да. Например, вот есть швейцарская художница Йома Фрейд, да. Только недавно люди нашли, что вот эта женская фигура написала абстракционное искусство. Давно верить Малевича и Кандинского. Да. Наш диалог непонятен никому, да, поэтому... Вот я на самом деле говорю, что有两个维度啊，一个就是这个抽象艺术的发展啊，教授就解释说，这个其实是一个过程，持续的过程。那现在学界也有一些学者说，这个抽象也不是20世纪突然就冒出来的啊，不是俄罗斯新风派的时期才冒出来的。说这个浪漫主义时期啊，包括之前歌德的色彩理论开始啊，就有很多艺术家啊，包括其他领域的一些文学者啊、科学家，他们也在慢慢开始探索，比如用抽象的绘画语言来表现一些理念。所以这个是一个过程啊，从这个事情就有一个过程。然后第二个维度就是马列维奇他自身的抽象的发展也是经历一个过程的。比如说刚刚和他交流的时候，我们都知道马列维奇写过的一篇文章，然后那篇文章里面就说他的这个至上主义也是分为三个阶段的，第一个是黑色阶段，第二个是彩色阶段，第三个是蓝色阶段。所以就是都不是作品放在我们面前它就是继承的，都是有一个演变的过程。刚才经常两个人交流，简单的把一些内容补充一下。第一个呢，就是头一个问题啊，这个问到说这个在马列维奇之前的这个法国人画的这个黑方块怎么看待它？因为大家可能没有注意啊，它那黑方块下面有一个名字，它的名字叫做几个黑人在一个山洞里面打架。这个故事我们如果人学院大三的同学、大四的同学知道，我上一期啊给你们讲就是提到了，就是说这个评论家他在1880几年的时候曾经在法国的一个报纸上面发表了一系列的，其中什么就有点像那个黑狗身上白狗身上肿，就是这种故事，就是说几个黑人在山洞里面打架，就画了一个黑方块，还有一个绿方块，还有白方块，好多彩色的单色的画幅，这是在1980年代就在法国先出现的。但是呢，就是说我当时在课上有一个观点，就是他跟马列维奇比起来啊，就是这些法国人他只是在玩一个幽默，玩一个游戏，他并不是要去创造一个抽象的东西，他是用一种非常巧妙的手法，就是说黑夜里边画了一头黑牛，身上站了一只黑乌鸦，对吧，这种典故很多了啊，就是他在玩一个非常有意思的东西。那你要往前追到17世纪，还有一些就是在那个印刷的这个版本书籍里面可以看到整页的黑色的方块，那么也有人用这种宇宙论的方式来做这个黑方块的注解，所以说从形式上来讲可以往前追溯到蛮早的时期，这是第一个问题。那么马列维奇呢，他的这个重要性或者说他的这个意义在于是在一个人们能够接受抽象艺术的时候，用一种宇宙论和一种象征的这种方式把黑色的方块作为一个符号，一个具有宗教意义的符号提出来，这是第一个讨论，觉得是非常有趣一个很深入的讨论。那么第二个问题呢，就是说这个像其实也跟刚才这个问题有关，就是主讲人也提到，在这个2015年纪念马列维奇黑方块画出来100年的这个研讨会上的特雷加夫画廊里边曾经做过专门的这个画宴，
就是说的 Titan X 光，在黑方块下面其实它有底稿，有其他的这个画，就是我们知道油画的有痕迹嘛，然后这些痕迹呢，就是表明它在画黑方块之前曾经画过一些彩色的几何形状的，其实我们称之为就这个立体未来主义风格的，就是像有点像毕加索风格的那种色块拼接的，然后最后它用黑色的这个颜色呢把它覆盖起来。这是就是说通过这个 X 光啊，然后能够鉴别出来的一些这个画里重现的痕迹。那么这些东西呢，都说明黑方块在马约基那个地方也不是一下子就像刚才说到的，是由一个过程慢慢产生的啊，而且它有它的理念支持。所以刚才讨论的非常好。那要介绍一下，爱心是吧？是这个就是在北外是吧？你到北外认识了，原来是北大的这个博士啊。Мне еще кажется, что дело в, с одной стороны, в теории. То есть важно не то, кто первый нарисовал квадрат, да, представил, а в теоретическом обосновании. И второй момент важно в восприятии. То, что уже публика была готова, общество было к этому. Потому что искусство утратило свою изобразительность. Живопись, ну вот в России, во всяком случае, она очень долго находилась под гнетом литературы. И вот эта повествовательность, сюжетность, она была как бы первостепенна. А здесь художники провели и Бурлюк, и Ларионов, и Гончарова, ну все они в своих работах подвели публику к тому, что важна живопись сама по себе, без литературной основы. Это был важный уже момент изменения сознания. 对，他刚才补充的这两点恰好就是我刚才已经说过了啊。就是第一呢，就是说，这个它是有一个，就马列维奇他的这个创作在于呢，他有理论和实践两方面的互相印证，它是一个共同发展中。第二呢，就是说在马列维奇画黑方块这个时候，整个公众是已经做好了接受抽象艺术的准备，而且呢，有很多的艺术家、理论家在朝同一个方向去努力。在没有充分的文献这个互相支持和印证的情况下，他们都选择了一个方向，就是走向抽象。所以这就是我们说在20世纪初马列维奇为首的这个抽象艺术发展的这个我们说历史意义或者说历史的这个定位，基于此两点的。是找到了自己的方向，然后也得到了政府一段时间的支持，然后在这种时候应该算是艺术和政治的一个互相的一个碰撞妥协或者融合一类的，那这个阶段有没有就是对先锋派的艺术产生什么积极的影响，或者是什么有代表性的作品可以在包括是和德文结合的那方面，和这个用词的这个影响，после революции искусство поменяло, вот установка идеологии была на то, что искусство перестало быть только искусством для избранных, да, только как бы материалом для избранных. Искусство становится достоянием большого круга людей. И одной из функций искусства, это провозглашается, что искусство должно быть понятным народу, доступным народу, и искусство должно служить народу. И оно должно выполнять образовательную просветительскую роль. То есть, если до революции во главе были задачи чистого искусства, вот это были сугубо эстетические, часто очень, проблемы, то сейчас идеологические проблемы на первый план выходят. И действительно, власть искала поддержки у художников и находила. То есть, вот это был такой период короткий, с 1918 по примерно 22-й, ну вот, можно сказать, что до конца 20-х годов это был еще такой период, когда они терпели друг друга. Когда... Вы оцените вот это влияние, ну активное влияние политики на искусство, ну, например? Безусловно, оно было, потому что это был заказ, социальный, политический заказ.
Но этот период называют 20-е годы периодом последнего такого расцвета футуризма и вообще, так сказать, авангарда. Потому что очень трудно было остановить это бурление идей. У нас, к сожалению, ну, такой короткий сегодня, короткая встреча, но у меня вот есть очень много материала о 20-х годах, потому что именно тогда рождались, например, идеи формального метода изучения искусства. Появлялись новые открытия, как теоретического характера. Было создано много художественных объединений. Филонов создал объединение, Малевич, Уловис создал. То есть было много и того, что не только политикой определялось. То, что было вот внутри. Это был самый, на мой взгляд, самый интересный период. Вот 10-е и 20-е годы. 20-е годы очень много было настоящего творческого, неофициального, не того, что только политикой. 我大致的翻译一下，他就是说呢，这个因为你想了解这个政治对艺术的这个正面影响哪些的，大概是这样一个意思。他说呢，在这个革命之后一段时间里面，政治和艺术之间的这种互动是非常积极的。尤其是这个有很多来自于政治方面的这个定见是很多，当然我可以补充一点，就是我们知道最先呢是出现在雕塑领域里面有一个国家纪念碑计划，对吧？那么其他呢，像这个我们说马列维奇啊，还肯尼斯基啊，这些人都曾经一度在这个革命政府里面担任过比较重要的职位，那么他们的这个很多东西，尤其是在实用领域里面，是得到这个支持，政府的支持的。所以呢，我们说就从艺术的实用性的角度上来讲，它是与这个革命政权的意识形态相符合的。就是说艺术要服务于人民，要服务于现实生活，服务于生产工作，这个东西是。那么这种情况大概是在这个20年代为止是比较，还是说有一种互动，因为在艺术界在政界都有比较大的人物。那么这个就使得像卡特琳啊，像构成主义啊，这样的一些服务于现实，服务于生产，这个意味比较明显的艺术流派就得到比较重要的发展，大概是这样。像教授问个问题，也向于老师请教啊，就是刚才包括艾老师提的那个黑方块的问题，突然想到有一个关于黑方块另外一个说法，向教授请教，就是把它跟马列维奇曾经从事过的那个舞台设计的舞台美术的这工作有联系起来，就是说有一种猜测，它是不是一个黑色的幕布啊？这个有这种说法，因为我之所以觉得这说法有意思，就是因为。从两个方面，一如果它是一个幕布的话，它遮盖了画面啊，就是它不再是传统绘画是一种揭露、一种再现、是一种反再现、是一种遮盖、一种遮蔽。另外一种说法又可以跟古希腊的那个神话很著名的那个不是神话，很著名的那个故事联系起来，就宙和西斯跟帕拉西奥斯比赛，然后这边画一葡萄，有鸟去啄，那边画个布，然后要去接那个布的这个故事又联系，所以。觉得这说话很有意思，所以想向教授求教一下，教授怎么看这个说法啊？另外还有一个就是关于马列维奇后来这个写实风格的这些作品啊，就是一般认为他是就是迫于政治的这个压力，一种委曲求全的一种做法，但其实可以看到他那自画像的那个签名还是一个小的黑方块，就是有没有更复杂的解释，不是那么简单化的说他就是为了那个政治所以画了写实的这个风格，所以也向教授请教，也向于老师请教。先听他的说法。Я хочу сказать, что я мне перевела. Спасибо. Я хочу сказать, что все может быть, потому что вообще вот сейчас эскизы «Победы над солнцем» хранятся в музее театрального искусства. Их собрал коллекционер Никита Лобанов-Ростовский и передал их в музей театрального искусства в Россию, в Петербург. Как на самом деле были организованы эти декорации, сказать трудно, потому что есть попытки, мало очень сохранилось, то есть есть эскизы, но там непонятно. Значит, есть попытки реконструкции,
И вот в юбилейный год, в 2013 году, в Русском музее проходила выставка и перформанс. Была попытка это реконструировать. Но реконструкция не дает документального подтверждения. А то, что вы говорите, как сама сцена может влиять, безусловно, все может быть. Так же, как может влиять звездное небо над головой, да, и черная, так сказать, черная дыра, открываемая в космосе. Потому что Малевич, он ведь изучал труды Успенского, Тертию Моргану, и он изучал труды Бердяева, он вообще он не прикладным образом относился к супрематизму, он бы обиделся, если бы супрематизм сказали, что это только такая прикладная сфера, ну, для архитектуры или для театра. Он видел в этом целую философию устройства мира, космос. Это как бы немножко другой подход. Может быть, поэтому он и остался, вот в отличие от своих... Он читал Федорова? И Федорова, и Успенского, и Бердяева. То есть русская философия, она тоже подвела к этому. Более того, и русская поэзия тоже, ну вот русская литература, потому что это была такая концентрация идей. То есть это вообще на самом деле такой, ну, долгий разговор. Тут могут быть и чисто формальные вещи, ну вот как художник может формально видеть. Но, конечно, тут была и философия сильная. 他刚才说到的那个这些彩色都是很有意思的，就是首先当然它是来自于这个舞台演出，就是叫做《战胜太阳》的歌剧啊。那么这个歌剧呢，在2013年纪念它的100年上演的这个时候呢，曾经在俄罗斯呢做过一些那个重构的这种尝试，但是这些重构的尝试呢，它只基于现在收藏在彼得堡的戏剧艺术博物馆里面的一些手稿 ，eskiz。但是这些手稿呢，就是实际上人们是没法理解它的手稿含义的，没有别的什么就是很详细的说明和阐释。因此呢，就是2013年的这些重构呢，可以说带有很大的预想成分，就没有文献的充分证明，啊，说这是马列维奇的本意。因此呢，就是现在对于这个黑方块的它这个思想到底从哪来，有什么神秘含义呢？就有两个大的这个猜测，一个就是说来自于哲学上的猜测，就是说它可能就因为除了它之外，所有的这其他这些未来主义诗人呢、理论家，他们都会去阅读。从这个费奥德罗夫，然后乌斯边斯基，还有这个别尔加耶夫等等这些19世纪末20世纪初俄罗斯宗教哲学家的这些著作非常有名。那当然，我在前面我曾经原来也做过一些猜想，就是费奥德罗夫对吧？他的这个叫做《共同世界的哲学》，对于这个他的这种宇宙论的这个影响，我还曾经在2015年的会议上发过一个文章，发过一个言。那么。他刚才也是这么说，就是说这是一种，就是可以说是一个所有的这些艺术家学者感兴趣的一个共同话题。那他去阅读这些东西，有可能从中汲取了某一些哲学的这种思想。那第二呢，有可能完全是一种形式上的，就是一种形式上的尝试。因为你说这个黑色跟白色，对吧？还有可能是太阳，因为他曾经在那个黑方块上面有过关于日食这种字样的表示，对吧？其他作品那种日食的表示。那么还有呢，比如说你说它是不是一个那种什么什么黑洞之类的东西，那都是猜测，大概是这样。方老师，我有两个问题，一个是那个刚才出现那个《战胜太阳》的彩色版，这彩色版是不是2013年他们复制的《战胜太阳》？我的鞋子，要点那双色的。Это как раз это реконструкция. Сами декорации и ничего не остались. То есть остались эскизы и фотографии. А это реконструкция, конечно. А лицензия даже та же его фуя. Нет, а его не то же. Он же фанил, что он это. То же, что сам фуя, то же, что он 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 Да, это был такой длительный процесс. Он
Значит, первый этап начался вот в 22-м году, когда была создана Ассоциация художников революционной России. А потом, поскольку был период НЭПа, то было такое более или менее послабление, но где-то вот к 28-му году постепенно все больше закручивались гайки. Это видно по журналам, по изданиям, по истории событий. Например, выставка Филонова целый год в 29-м году провисела в Русском музее, так и не открылась. В 1931 году в 1932 году еще имя Филонова и Малевича упоминается в журналах, а уже после 1932 года практически их имена вычеркнуты из истории. То есть это был такой постепенный период, не в один момент произошло. Но есть разные взгляды на это. Сейчас есть такая теория, что авангард как бы сам подготовил соцреализм. Соцреализм — это проект. Вторая война. Да还有马列维奇的一些人的名字还在媒体上出现，在展览当中出现。对，我确实看到过他的这个，比如说纪念性的维护展都有，包括参展这个。所以，但是32年，就是可以说之后就没有了。大概，所以他说是3年。还有什么问题啊？就是在美国做这个一个展览，就是俄罗斯先代女艺术家，大概是7年左右，七年，大概八年，对。啊。Она была и в России тоже, эта выставка «Амазонки русского авангарда». Уже где-то в начале 2000-х она прошла. И этот термин, он такой устойчивый, его сейчас довольно регулярно используют. И книга есть посвященная, так называется, «Амазонки русского авангарда». Угу. Она сказала, что это展览, это美国, это русский展览, это «先锋派当中亚马逊女战士». Это правда изменение статуса женщины художницы.